Всем привет, друзья, канал Масалим. Работаю на Kia Sportage. Автомобиль приехал к нам сделать полную шумоизоляцию. Салон мы разобрали, краткий обзор, штатная шумоизоляция. Передние двери, несколько кусков фибры на такую большую площадь. Слышите, как гремит металл. Потолок у нас сплошной голый металл. Пол. Пол более-менее виброй пролили в салоне. Смотрим задние двери. Задние двери. Верхняя часть, он кусочек вибра. Что у нас в багажнике? Багажник, пол в багажнике. Такой вот кусочек вибры. В нише запасного колеса, арки задние голые. Это в автомобиле самые шумные места. Сейчас подготовим поверхности, приступаем все дело исправлять. Закончили клеить первый слой вибропласта в автомобиле Kia Sportage. Проклеен у нас пол в багажнике, проклеены и тщательно прокатаны валиком арки, крылья задние. Также проклеили первым слоем вибропласта пол, потолок. Проклеены двери. Задняя дверь. Металл уже так не гремит. Передние двери. Проклеили пол в салоне. По правую сторону нанесли в дверях уже второй слой вибропласта на внутреннюю сторону дверей. Также закончили клеить капот. Видите, на металл нанесли вибропласт и на утеплитель капота нанесли такой вот шумопоглотитель. Толщина его 4 мм. Продолжаем наши работы. Итак, друзья, закончили клеить шумоизоляцию на автомобиле Kia Sportage, проклеили пол в багажнике вторым слоем шумопоглотителя, проклеили арки, проклеили потолок, проклеили пол в салоне и нанесли третий слой в дверях. Приступаем собирать. Закончили сборку салона после полной шумоизоляции автомобиля Kia Sportage. Как видите, весь пластик, все детали стоят на своих местах. Никаких повреждений после разборки, сборки мы не оставляем. Все стоит по заводскому. Ставьте свои комментарии, подписывайтесь на канал. Всем пока!